За минувшие выходные в республике произошло 38 ДТП. По информации госавтоинспекции, в них пострадал один человек. В субботу на нерегулируемом пешеходном переходе по Эйгерскому бульвару в Чебоксарах 44-летняя автолюбительница сбила женщину с ребенком, которые переходили дорогу. Причем автомобиль, двигавшийся по крайней полосе, сбросил скорость, чтобы пропустить пешеходов. Водитель «Лады» этого делать не стало. От удара 28-летнюю чебоксарку отбросила на несколько метров вперед. Малыш отлетел в другую сторону. С травмы головы пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение БСМП. В официальных сфотках в качестве пострадавшего ребенок не значится. В ГИБДД отметили, автоледи, совершившая наезд, была трезва. В МВД по данному факту проводят проверку.